Самарская школа номер 69 не исключение из правил. Здесь в эти дни расположился избирательный участок. Голосующие приходят уже в первые часы работы участка. Говорят, отлично, когда есть возможность исполнить свой гражданский долг сразу, не оттягивая перед работой, а потом можно спокойно воплощать планы на выходные. Это наша гражданская позиция, а во-вторых, свой голос всегда хочется отдать за того, за кого ты считаешь нужным. Здесь же свой голос кандидатам отдала и глава Самары Лена Лапушкина. Также она оценила, как организован процесс и есть ли средства индивидуальной защиты. Я вижу, что все легитимно, я вижу, что присутствует наблюдатель на этом избирательном участке. Процесс организован, очередности никакой нет. Я очень надеюсь, что все 3 дня так пройдут спокойно и активно. На входе в участок проверяют температуру и выдают маски и перчатки, если необходимо. Также между избирателями и работниками участков появились защитные экраны. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.